Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии мы занялись сексом с Селиной. Повстречали Ведьмака, которого давно искали, по имени Беренгар. И что нам теперь по итогам нужно? Нам нужно из основных квестов договориться насчет перемирия людей и водяных. Тобиас. Тобиас. Забавное у тебя имя. Такс. Кузнец. Точно, ты. Приветствую. Привет. Легенду Чем мне. Я... Ты кто такой? Мастер на все руки к вашим услугам. Я ты могу какой? Починить все, что угодно. Могу делать удивительные и нестандартные предметы на заказ. А еще я отличный кузнец и плотник. Угу, спасибо. Такс. Держи. И держи. О, ты покупаешь почти все. Ну, это классно, на самом деле. Книга Росомахи. Росомаха. Ибо масло. Не знал я про это. Так, ну это, да, это мы знаем. Заклинание. Так, это про погром в Ривии. Для тех, кому интересно, ведьмак Геральт в Ривии был убит. После его смерти он попал на остров Яблонь со своей любимой Йеннифер. И, к сожалению, там все закончилось довольно плохо. Ну, а чем там все, собственно, закончилось, вы узнаете в игре под названием Ведьмак 2. Убийца королей, которую я, скорее всего, буду проходить на канале. Так, продаем все. А вот еще какое-то ярость кикиморы. Но это мы уже мало того, что изготовили, так уже и выпили. Так, с одна свободная сумка, и это довольно-таки хорошо. Блин, я так и не выкупил свой меч. Плохо. Ну ладно. Да? Такс. Беренгар сказал, что ты знаешь легенду о вороне. Хотите послушать легенду о вороне? Конечно. Я об этом ничего не знаю. Меня больше интересует техника. Эти доспехи были революционным изобретением, возможным только благодаря новым технологиям в металлургии. Очень интересно. Так вот, по поводу доспехов. Я могу попытаться рассказать вам об их качествах. Ну, давай. Спасибо, только учти. Я ничего не знаю о металлургии и прочем кузнечном деле. От доспехов ворона осталось три элемента. Плечо, наруч и рукавица. Все остальное. Железная руда высочайшего качества и великолепная технология. Это вам не какие-то жуткие тиберианские плавильни. Гномы на века опередили нас в плане технологий. Под горой Карбон у них есть оборудование, о котором наши ремесленники могут только мечтать. А про доспехи ты мне можешь рассказать? Это восхитительно. Невероятно! Впрочем, как скажете, технологии, о которых я упомянул, позволили создать прочную и гибкую сталь, практически неуничтожимую. Офигеть. Как я уже сказал, осталось только три части доспехов. Если вы хотите воссоздать доспехи целиком, вы должны найти материалы на замену и того, кто может собрать все воедино. Какие-нибудь предложения? Вам стоит поискать в местах захоронения великих рыцарей. Я слышал, графья династии Руйтер носили похожие доспехи. Части вполне можно будет переплавить. А подходящего мастера придется искать в Изиме. Я за такую работу не возьмусь. Угу. Прощай. Так, подожди, а что там насчет мастера на все руки? Подожди. Да. А ты прав. Чтобы выжить в наше время, надо предлагать широкий спектр услуг. Хобби? Именно.
Я, мой брат из Вызимы и зять из Новиграда планируем создать летающую машину. Ого. Мы уже построили несколько, ну, потом пришлось оплачивать лечение пилота. Ясно. Понятно. Да? Короче, местный Леонардо да Винчи. Только у Лео все было куда лучше. Так, а мне еще нужен один человечек тут. Мне нужен пекарь. Кузнец, дом Алины. Так, дом... Дом Селины. Блин, мне нужен пекарь, ей-богу. Вот, Адам. Подожди, Адам. По-моему, там что-то было такое по поводу Алина, Адам, такое что-то. Но тут нихера нет. Так, вот две книжки, баллады и сказки. Так-с. Чё в сундуке? Шаль. Шо? Так-с. Там еще в мешке чё? Хорошо. Залутались. И можно идти на выход. Странно, я думал, я его тут застану. Старый кмет. Дом кузнеца. Давайте зайдем. Почему нет? Хочется пошариться по этой локации, потому что... А, это ты. Милздарь? Я хочу поговорить о водяных. Тогда говори с Юлианом, монстробой. Он этим бизнесом занимается. Бизнесом? Ну да. Он вылавливает сокровища из озера, восстанавливает их и отсылает на рынок в Изим. Ясно. Есть работа для ведьмака. Люди рассказывают, что у озера появилась тварь, похожая на рыбу с ногами. Mm-hmm. Говорят, что гробница в полях — логово чудовища. Mm-hmm. У него огромные зубы, похож на помершую тещу. Рассказывают страшные вещи. Mm-hmm. Награды за этих тварей? И принеси доказательства, и я не поскуплюсь. Хорошо. Рассказывай дальше. О чем? Mm-hmm. Ну, это понятно. Прощай. Хорошо. Так. Сундук. Обворуем немножко, почему бы и нет. Так. Ну, что мы можем поделать? Ох! Какой! Это такой был у преподобного. Молоточек. Я тогда его с собой не взял. Кузнец, смотри, подарок несу. Да. Отдам. Задешево. Держи, за 80 монет. Нихера себе этот молоток стоил, конечно. 80 монет. Палка, блядь, с камнем. Забирай. Забирай. О, местная перцовка это. Хорошо. Рыбу бери. Так. Чё бы еще такое? Вот, слабоалкогольное забирай тоже. Ерунда. Угу. Вроде все. Блять, ну мне бы пекаря найти, ну ей-богу, ну что это за говно? Селина, охранник, коровы. Пекарь! Я Можно и... Посмотри на мой товар! Да-да-да. Я могу... Давай-ка мне... булочка, хлеб. Хлеб. Сыр. Бутерброд. Такой. У меня есть 20 ор... Ой, благородного господина злостно обманули. Хлеб стоит 5 аренов, а 5 караваев будут стоить 25 аренов. Клянусь честью бабушки. А? Да ладно.
Господи. Ну, 5 за штуку, верно? Ну вот, держи. Ну, подумаешь там. Что, мне жалко там? Не стоило бы тогда обманывать, чё? Попросили бы, я не знаю, взаймы, что ли? Или оружием бы отдали, я не знаю. Ну ладно, дело ваше, ребята. Так, чё там? Река, место купания. Угу. Так, ну мне теперь, по-хорошему, нужно вернуться к берегу, поговорить там, во-первых, с водяным, во-вторых, поговорить с Квайтаэлями, отдать им булочки. И все, наверное. И тогда уже можно будет идти в таверну. Такс. Нормально мы так двигаемся, в принципе. Не очень много серий у меня заняло прохождение, но... Я еще, в принципе, не прошел, поэтому еще добрый кусок игры. Так. Но мы уже, можно сказать, на финишной прямой. Предпоследняя локация все-таки. Что? Последователь Дагона. Пацаны, сюда. Чё он еще не сдох? Они не сложные, просто они какие-то странные. Вот. Но этого чудика там нету, да? Да, судя по всему, его там нету. Но он мне, в принципе, сейчас и не нужен. Я там у костра посижу, если чё. Подожду. Такс. А с Каэтаэли у нас где-то тут живут, да? Ну да, вот ихняя пещера. О, эльф-ремесленник, как раз ты мне тогда и нужен. Это всё закончится. А что там? Жрец? Воу! Ребята! Так. Ремесленник, давай с тобой. Да. Я ищу информацию о доспехах Ворона. Легендарные ведьмачьи доспехи. Я могу рассказать тебе об их уникальных магических свойствах. Давай. Я слушаю. Они были созданы в мастерских гномов, но оформлением занимались эльфы. Мастер песни Тиэн Сейл заинтересовался этими доспехами и работал над ними 12 дней подряд. Каждое движение своего резца он сопровождал песней силы. Легенда гласит, что в бою доспех пел для ворона песню победы, придавая ему уверенности и успокаивая его. Спасибо за информацию. А ты не знаешь, где можно раздобыть слова этих песен? Ищи в склепах. Когда-нибудь найдешь гробницу эльфийского мастера песен. Вещи, что принадлежали ему при жизни, должны быть рядом с его саркофагом. Спасибо. Прощай. Так, Турвель. Да? Я купил вам хлеба. Я рада, что мы не зря доверились тебе. Вот твои 5 караваев. Я не буду мелочным. Спасибо тебе.
Возможно, нам наконец удастся разорвать этот замкнутый круг ненависти и принять друг друга такими, какие мы есть. Да? До встречи. Ну ладно. То есть это, судя по всему, все, да? Хорошо. Так, а тут есть костер? Ну, тут есть на берегу костер. Сейчас мы еще зайдем в дом рыбака. Поболтаем с ним по поводу лодки. Потому что я помню, лодка мне пригодится. Привет. Ты король-рыбак, верно? Что ж, у меня профессиональный интерес в этой области. Я ведьмак. В озере есть чудовища. Амфисбены? Жагницы? Жряки? Нет? Может, драконьи-черепахи? Понятно. Озеро безопасно. Раз уж мы говорим... Ясно. Можно я возьму твою лодку? Можно я возьму твою лодку? Ага! Прощай. Это не все. Куда ты лодка? А, твое. Я еще... О-о-о! Да, я видел злобных водяных. Ого! Надеюсь, я скоро... Ха! Ладно, давай подождем. Я приходил ночью, поэтому надеюсь, что ночью он будет. Нифига ты там глючишь. Успокойся ты уже. Не, ну это херня все. Ну ребята, ну что это за говно? Ну какого хера? А когда мне приходить? Отвалите нахер! Ну, там еще жрец лазит. Сюда подошел. Такс. Давайте час подождем. Потому что мне правда нужен тот чертов водяной. Ну чё, девочка, есть он там или нет? Алтарь есть, водяного нет. Херня? Так-то. Ладно, давайте еще часочек подождем. Я все-таки пришел сюда ради этого придурка. Поэтому я его дождусь. А твоим ожерельем я займусь немножко позже. Я просто еще не дошел туда. Такс. Где ты? Есть? Нет? Не. Нихера нет. Ладно, включусь, когда его встречу. Я прямо не знаю, этот конченый ублюдок просто не появляется. Я прождал сутки, подходя к этому сраному
алтарю каждый час, и нифига. Респаунятся только эти педики, служители Дагона, а самого этого жреца нет. Ну вот контрольный этот на рассвете, я прихожу, его нет. Его просто нет. Ну, я не знаю, как я буду проходить этот квест, если он залагал, это очень плохо. Но не будем мы плохом. В принципе, что у нас есть-то? Что по итогам? Ну, надо идти к деревне. Что, другого выбора у нас, в принципе, нету. Вот, вот, опять. Такс. Ну все, пошли. Эти просто спаунятся, а его где-то нет. Поэтому нафиг его. Так. Ну давайте я эту дорогу пропущу, потому что тут, в принципе, ничего интересного. Хотя, давайте пробежимся, потому что все-таки сейчас я пойду не в деревню, и сейчас я пойду в таверну. Там стоит поговорить с одним из глав, так сказать, конфликта. С этим женихом будущим. Так что... Такс. Потом я уже довольно многое узнал по поводу... по поводу самих доспехов. Вот это, по-моему, таверна, да? По поводу самих доспехов мне осталось найти еще два кусочка и как бы все. Ну и, естественно, того, кто смог... Да не буду я брать эти контракты. Ни мне не интересно. Дэээээкс. Мне бы хотелось съесть кусочек. Вот, Юлиан. А мне нужен боец. Дурно пахнет. Мне нужен боец. Я хочу разбить морду. Ну, погоди. Твоя мамаша сосёт у краснолёта. Давай, пацаны, кто? Ты, скала? Давай начнем с тебя. Я тебе слышал. Говорят, ты победил толстого Фреда и масляного Боба. И колоду. Я ищу достойного соперника. В таком случае, милости прошу, меня зовут Скала. Зловещее имечко. Хочешь сразиться с настоящим чемпионом? Какова ставка? Полных 500 аренов. Давай. Ох, легко. Я буду участвовать. Я буду участвовать. Иногда хочется быть крестьянином. Давай драться! Полудинцы? Чушь. Кому бы тут заехать как следует? Вот и все, раскололи скалу. Поздравляю, чемпион. Но прежде чем ты заберешь свою награду, я хочу сказать тебе, что есть еще кое-кто. Кто? Одержав победу, ты доказал, что готов к встрече с ним. Отправляйся на болото. Там тебя ждет безымянный. А теперь можешь выбрать себе награду. Так, метеоритная сталь. Не хочу. Я возьму лучше руну. Не знаю. Руно это такое говно, в принципе. Можно метеоритную сталь, если бы он мне красную дал. Я бы скрафтил себе меча. Ну, деньги мне, в принципе, не метеоритная нужны. Метеоритная сталь.
Милости прошу. Давай. Такс, чё там? Жёлтая, блядь. Красавчик, молодец вообще. Давай, с тобой подерёмся. Беленький. За тридцатку давай. Будет и по местам. Давай, давай. На! Кому бы тут заехать как следует? Ну, это было несложно. Да. Сильный кулачный. Никакого вызова? О, профессионал. Знаменитый Белячок. Белячок? Стыдно с тобой не подраться, ты как? Я за. Только мы с тобой будем драться за сотню. Я хочу за сотню. Увидим, какой на самом деле этот беловолосый. Давай. Посмотрим. Никакого вызова? Я тебе морду разобью. Да, вы, ребята, вообще никакие. Жалко, что во второй части это преимущественно стали вот эти вот борьба на руках. Юлиан! Приветствую, ведьмак. Это ты, красавец-мужчина, много да? Много хорошего я слышал о людях твоей профессии. Удивительно. Обычно ко мне относятся как к прокаженному. Только не в моем доме. Когда я был мальчишкой, мне часто рассказывали, как ведьмак спас жизнь моему деду за серебряный грош. Должно быть, это было очень давно. Я Геральт. О да, очень-очень давно. Меня зовут Юлиан. Рад познакомиться. Такс. Я возьму на себя работу Беренгара. Я разберусь с этой проблемой. Послушай, у меня ужасно много дел. Я планирую собственную свадьбу. Ты представить себе не можешь, сколько времени отнимают приготовления. Зайди как-нибудь позже. Расскажи мне историю своего деда. У деда, да хранит его великая Мелителя, был надел земли. В горной ледяной долине в северном Кавире. А там была заброшенная угольная шахта, да только без угля. Дед всегда говорил, что эта долина таит в себе несметные сокровища. Год за годом он искал эти сокровища. Вначале многие с энтузиазмом взялись ему помогать. Но вскоре выяснилось, что дед просто-напросто сошел с ума. И никаких сокровищ в долине нет. Ясно. И вот стукнуло ему 47. Он уже давно мучился ревматизмом и успел собрать целую коллекцию скальпов-бабалаков. И тут охватило его отчаяние. Вышел дед на улицу и начал проклинать небеса, понося всех известных ему богов и самыми грязными словами. Боги ему ответили. Грянул ужасный гром, из гор пошла лавина. Дед пришел в себя, выкопался из-под снега и тут увидел нечто, что изменило всю его жизнь. Вся долина мерцала странным светом, переливаясь настолько великолепным сиянием, что он не сразу разглядел, как к нему тяжелыми шагами приближалось чудище. Дед бросился бежать, всего раз нагнувшись, чтобы подобрать странный мерцающий камень. Короче, ему удалось сбежать. Спустившись с гор, он встретил ведьмака, который согласился убить чудовище в обмен на серебряный грош. Они вернулись в долину, и ведьмак убил чудище. Он не мог не заметить сокровища, разбросанные по всей долине. И все же он не взял ничего, кроме обещанного ему серебряного гроша. Дед понял, что ведьмаку можно доверять. И он отлично знал, что рано или поздно о сокровищах станет известно, и кто-нибудь захочет их отобрать. А ведь сокровища были огромные, Геральт. Алмазные залежи, добычу в которых можно было вести годами. Офигеть. Дед с ведьмаком стали партнерами.
Ведьмак присматривал за рабочими, убивал чудовищ, отпугивал разбойников. А дед вел все бумажные дела. Он стал легендой в Кавире. А моя семья стала богатой и уважаемой. На этом конец. Вон оно как. Ясно, а что продаешь? Ёпта! Много всего продаешь. Так, 10-20 камни, книжки, чердейки, волшебники. Ну, это мне не интересно, конечно, но все-таки, да? Так. Как дела? Скоро я женюсь на дочке. Угу. До свидания. Ясно. Хорошо. Лютик, Мед. Гость на свадьбе, да. Трактирщица. Добро пожаловать в мой трактир, путник. Привет. Если ты устал, отдохни. Если ты голоден или тебя мучает жажда, позови мою дочь. Так я и сделаю. Чувствуй себя как дома. Спасибо. Чем могу служить? Такс. У меня есть к тебе вопросы. Спрашивай, путник. Что ты можешь рассказать мне об этом поселении? Темноводье. Мы живем тут вдали от великих мировых свершений. От нашего имени говорит Тобиас Гофман. Знай также, что мы происходим от тех, кто раньше жил в затопленном городе. Ясно. Расскажи мне про Тобиаса Гофмана. Он живет в деревне, но он готовится к свадьбе. Я все равно попытаюсь. Если он будет занят, попробуй поговорить с его будущим Благодарю. Чем могу? Все, это все. До свидания. Я думаю, больше никаких. Еще с Алиной поговорить, конечно, но это потом. Ладно, давайте возьмем эти контракты с доски. Думаю, там будет что-то интересное. Такс. Контракт на Альпов, на Василисков, Виверн, Ягу. Хорошо. Такс. Ну и теперь пошли в поля. Потому что, ну, а что еще делать-то? Хижина знахарки. Проход в поля, развалины. Рухнувший мост, река. Вот возле реки я, пожалуй, и заночую, потому что мне нужен зефир. Забавно его так назвали, конечно, зефиром. Так, игольчатый мирт. Неизвестные растения. Тут по-любому где-то костер должен быть, не бывает такого. Чтобы его прям не было. Дорога к мосту. Нет, смотрите, нету. Что это за хрень, блядь, неожиданная хуйня. Скалопендра. Это что, теперь она будет выскакивать вместо этих? Вместо эхинопсов, что ли? Так, каменщик. Приветствую вас, господин. Боюсь, дальше вы не пройдете. Мост разрушен. Послушайте моего совета. Я каменщик и строитель мостов. Хм. Не то чтобы нельзя было перебраться. Там дальше нет ничего.
только леса да луга. Спасибо за предупреждение. Тебе не нужна помощь ведьмака. А вы ведьмак, господин? Да. Ну да. Господин! Ну чего? Нужен ведьмак. Труд всей моей жизни на грани разрушения. Только ты можешь спасти меня от этого безымянного рока и снять с сердца моего печать страданий. Короче. У меня был сон. Духи реки, преисполненные отчаяния, просили меня о помощи. Меня, скромного слугу владычицы озера. Только один раз в жизни мы получаем шанс показать свою преданность и верность. Понятно. Старым мостом, о котором я заботился, долго никто не пользовался, и он вышел из строя. Но духи привязаны к мосту и старому руслу реки. Они попросили меня сделать все так, как было раньше. Чем я могу помочь? Рок давлеет надо мной. То, что мы с сыном возводим за день, быстро разрушается ночью. Я готов поклясться, что это проклятые домовые. Я могу помочь, но это будет тебе стоить денег. Я могу предложить на выбор 400 оренов или книгу о призраках и короле дикой охоты. Или ты можешь получить помощь моего сына на время опасных походов по полям. Он отличный лучник. Книга мне нравится. Иди к старухе, которая живет в деревне. Но берегись. Она ведьма. Сам я боюсь ходить к ней, но она может знать способ отвадить домовых. Хорошо, я схожу к ней. Как бы мне тут заработать? Это ты, Пат? Приветствую, господин. Можно и без... Для меня это настоящая честь, господин. А с луком обращаться умеешь? Лучше всех в деревне. Отлично. Да? Такс. А ты не хочешь быть строителем, как твой отец? Конечно же нет. Понимаете, господин, в смысле Геральт, когда отец построил для нас дом, он чего-то не учел, и дверь теперь не закрывается. Ступеньки тут такие, что даже кошки их боятся, а когда идет дождь... Хватит, я уже все понял. Кроме того, я предпочитаю свой лук. Когда-нибудь я буду участвовать в турнире в Изиме. Желаю тебе... Да? Ясно. Прощай. Не лучший строитель из твоего отца, конечно, пацанчик, но бывает. Говно случается. Так, тут у нас труп есть. Что он тут делает? Ну, лежит. Само собой, да? Так, это собираем. Лука. Скалопендра! Не, это какой-то скалопендорф прям. Ну такие, знаете, не очень опасные враги. Нормально. Ничего особенного. Сохранимся. Так. Скелет. Что он тут делает? Наверняка тоже лежит. Тело тут давно лежит, но какая-то сила не позволила костям рассыпаться. Магия. Ну ладно, пойдем дальше. Это развалины, да? Пойдем в эту сторону. Что это такое? А, это обезьянка. Волки. Были волки. Бля, а вы чё, встали, что ли? Ну, попуститесь уже. Так, проход в поля. Ладно, чё тогда, пошли в деревню. К этой бабке, что она что расскажет. Сейчас посмотрим, что за квест. Просто. Альвин.
Да, поговорим с ним. Уверен, что еще найти необычные зубы для дантиста. Это уже поздно. Я разбил саламандр в Изиме. Мне нужна помощь эльфийского менестреля поискать склепы. Основы покера. Контракты. Так, поговорить с Юлианом и жрецом. Я должен встретиться с учителем скалы. Мне нужно пройти к знахарке. Вот этот квест. Ого, хорошо. Как раз по пути. Ага. И еще надо будет сходить ночью и забрать амулет этой дриады. Это верно. Не к добру это. Вот, вот тут живет у нас знахарка. Абигайл? Приветствую тебя снова. Привет, Геральт. Детка. Приветствую тебя. Как дела? Итак, ты нашла себе новый дом. Меня приняли с распростертыми объятиями. Их знахарка умерла прошлой зимой. Если хочешь, я открою тебе их самый страшный секрет. Какой? Ты ничуть не изменилась. Я разработала особую мазь по запискам старой знахарки. От нее шерсть их коровы начинает блестеть. Это самый страшный секрет? На самом деле я изменилась. Что привело тебя сюда? Не могу поверить, что ты по мне соскучился. Но я на самом деле соскучился. Но меня прислал сюда этот самый меня каменщик. Меня послал Харн, каменщик. Этот бездарь, он мне чинил дымоход. И с тех пор у меня либо холодно, как зимой, либо полно дыма. Я так понимаю, что его работа на мосту не двигается с места. Ну точно. Да. А зачем ему услуги ведьмака и ведьмы? По ночам дымовые разбирают мост, а Харну потом приходится чинить его днем. Вот уж и вправду, шаловливые дымовые. Несомненно, он попытался им отомстить, и они обиделись. И их никак нельзя замирить? Верни им их сокровище. Какое еще сокровище? Другое племя дымовых живет в полях. Эти злобные коротышки выкрали у наших дымовых их великое сокровище. Кошачью упряжь. Кошачью упряжь? Именно так. Люди ездят на конях, а дымовые седлают кошек. Иди в склеп, добудь упряжь и возвращайся ко мне. Где спрятана упряжь? В их часовне, которая похожа на маленькую фигурку святого, как те, что ставят на перекрестках. Откуда ты это знаешь? Могла бы сказать, что я прочла это по внутренностям курицы, но правда несколько проще. В меня влюбился один из дымовых. Он мне рассказывает обо всем, что происходит в округе. Ты что, шутишь? Ладно, спасибо. Абигайл, ты не меняешься абсолютно. Такс. Подожди, это не все. Это ты повесила это объявление? Про зубы Яги? Да. Мне нужно 10 зубов для приворотного зелья. Тогда я пошел охотиться на Ягу. Жду тебя с нетерпением. Продолжаем. Меня прервали. Так, почему ты живешь здесь? Ведьмы живут вне деревни. Всегда так было. Нужно с этим смириться. Ну ладно. Гайл, помнишь пещеру? Геральт, кто старое помянет? Ну ладно, Гайл, ну чё ты такая бедная? Ну ладно, шо. Жадная ты. Жадина. Ну ладно. Я пошел. Удачи тебе, Абигайл. Такс. Уходим отсюда. Идем искать кожачью упряжь. Какой хуйней я еще не занимался в этом мире. Ты странный. Так только кошачью упряжь не искал. Такс. Че, это сюда, да? Ну тут рядом, в принципе, все. Капец. Домовые. А не проще вырезать их нахуй? Ночью прийти и все. Ну, наверное, нет. Текш. Где-то тут еще у них должен быть, ну, то есть, в деревне. У них должен быть еще торговец. То есть, типа кузнеца, но он не кузнец. Он просто торговец оружием. Вот его бы мне и найти. Поля.
Ну, это, конечно, локация. Полуденница, вижу. Нет, смотрите. Ох ты. Они такие жирные, эти полуденницы. Ну да ладно. Вот тут есть костер. Можно подождать, если чё. Тэкзи. Туда наверх. О! Оп-оп-оп-оп-оп. А на кой ляд я сюда поднялся? Никто не знает. На самом деле, ну ладно. Оп-оп-оп-оп-оп. Жалко, что тут прыжков нет. Ну да ладно. Так, мне бы склеп найти. Так, небольшая ферма. Подход к берегу. Склеп. Пошли в склеп. Ласточки на зелье, кусты малины. Так, это где-то тут. Чё, я тут взбежать не могу? Окей. Я многие растения не знаю. Ну, да, это в принципе меня и не парит, потому что по ингредиентам у меня все нормально. Такс. Блядь. Почему я ни хера не вижу? Ага. Давай. Склеп. Так, ну я не вижу ни хера, честно говоря. Давайте-ка выкрутим яркость. Немножко. Графика гамма. Гамму я не могу выкручивать. Печаль, тоска. Ну да ладно. А это что такое?
Фига! Ласточку, ласточку мне быстро! Блять, да я не тем стилем его бью даже. Давай. Ну, блин, ну такой, непростой. Непростой он был. Хорошо, хоть ловушку можно использовать. Хотя жалко, что она не выстрелила несколько раз. Кто это? А, неинтересный враг. Конченая летучая мышь! Сдохни. Так, все, валим отсюда. Идем теперь в правильном направлении, потому как нам все-таки нужно Альп. Альгуль. Ого, с одного удара. Просто туда я. Что там такое? Сейчас. Подожди. Забрали. Вперед! Бля, опять это говно. Хорошо. Труп. Не так долго. Не, я знаю, что эти бои выглядят, ну, мягко сказать, не очень красиво. И то, что вы видите, например, это ужасная картина воровства негров, ночью уголь. Но, тем не менее, она проходится. Хотя я могу кошку, в принципе, херануть, но зачем? Ну ладно, давайте, выпьем. Такс, чё тут? Тут же мы уже все осмотрели. Давайте заберем останки. Добав. Тут больше ничего нет. А идти мне туда, да? Хорошо. Там еще Альп есть один. А что здесь? Ну давайте сюда сначала пойдем. Давай, до свидания. А тут ничего не было? Ну блин, ну и ладно. Эти маленькие... Что ты такое, блядь?
так еще хуже. Это, короче, какой-то мутант этого... этой летучей мыши и... и не знаю чего. Мышь, короче, отрастила мозг. Мне ж на меня не обозляться за это, правда? Ага, маленькие твари. Что мне из-за вас пришлось пройти, это ужас какой-то. Капище домовых. Но, к сожалению, тут нету склепа, в котором могли вообще находиться доспехи, ну или песни. Блять, Альп. Это было просто. Такс. Все, можно выходить. Я думал, что тут будет место, где, в принципе, можно поискать этого эльфийского песенника. Ну, вы поняли, о ком я, да? И... но, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Так, а это что за место? Отшельник. Отшельник. Чем могу помочь? Ведьмак может чем-то тебе помочь. У меня есть проблема, которую я не могу решить. Чем я могу помочь? Неподалеку расположено кольцо друидов, а в нем статуя богини. Это место лучится силой и привлекает туда множество опасных созданий. Неудивительно. Дикая охота начала недавно посещать кольцо. Ее король надеется привлечь души воинов, которые... Я уже имел дело с охотой. Чем я могу тебе помочь? Я хочу, чтобы ты убил 9 призраков. 9 — священное число для друидов. Конечно. Помни, король охоты... Ой, случае, да ладно надеюсь... тебе, не ной, старый хрен. Такс. Корниман... что, блядь? Подожди, отшельник. Че? А чё мне надо сделать? Корни мандрагоры собирать? Ох, блядь. Гербарий друидов. Да, вот это мне нужна книжка. Ну ты тварь. Ладно. О ритуальных растениях. Сейчас мы прочитаем, может быть. Добавится туда. Так, ингредиенты. Амела. Вербена. Волчье алоэ. Не то, блядь. Че? Напомню. Ты должен убить 9 призраков внутрь. Как мне с ним справиться? Найди корень мандрагоры около курганов возле моей хижины. Надеюсь, это... Хорошо, пошли искать около курганов возле твоей хижины. Где оно, блядь? Тут где-то, наверное, да? Это по-любому, наверное, будет какое-то, типа, неизвестное растение. Или что-то вроде... место силы. Но это не то. Вот там вот, да? Тот круг, о котором он говорил, да?
Виверна. Хорошо. Тут еще какая-то свеча друидов есть. Ага. Ах, офигенно. Ну ладно, давайте походим, побегаем. Круг элементов. Бля, я не вижу, где тут могут расти корни мандрагоры. Я вообще даже неизвестных растений тут не вижу. Вот Тейно. Кто такой Тейно? Что за нахер? Да подожди, бля. Да кто ты, блядь, такой? Он хилится, мразь! Завязывай хилиться, мразь. Вот и все, и в ад прямо. Управляйся. Блять. Трофей. Ну и ладно. Хер на нем. Я его убил. Все. Так, что это такое? Генация. Не, это не то. Генация это явно не то. Ласточкино зелье, куст малины, полуденница, две полуденницы, три полуденницы. Как я, блядь, счастлив, а? Игольчатый мирт, генация. Такс. Ну, тут еще одна вон полуденница лазает. Блин, дело в том, что я просто банально не наблюдаю растений других. Что это такое? Старшая кровь. Давайте возьмем. Угу. Так. Тут растет только генация и все. Лепестки генации. Хер его знает. Давайте возьмем. Пускай будут, может пригодятся куда. Вот, неизвестное растение. Скорее всего, это оно. Да? Я не уверен, конечно, но скорее всего, да? Похоже на игольчатый мирт. И вот это вот. Ну, вот это вот, скорее всего, оно. Виверны. Наверное, это какие-то ритуальные. Все, виверна нахер пошла. Ладно, в жопу. Хотя, подождите, давайте-ка заночуем здесь и пойдем уже тогда. Заодно там к реке схожу. Заберу ожерелье. Так-с.
О, новые таланты, я даже левел апнул. Очень хорошо. Токс. А групповой стиль. Апаем. Силовой стиль. Тоже бы апнуть. Ну, с людьми я дерусь преимущественно быстрым стилем. Поэтому тоже туда кидаем, а потом будем качать повреждения. Уже. Так. Ой, да ладно, хай уже будет. Мне просто уже некуда эти таланты вкидать. И в кровопотерю пускай. Я же просто не знаю, куда их кидать, поэтому. Полночь. По идее, на полях сейчас должны появляться полуночницы. Или как-то так. Но раз есть полуденницы, значит есть и полуночницы. О, яга. Смотрите-ка, неожиданно. Стрёмное такое создание. Чё, с неё ничего не выпало? Ладно. Блин, сколько у неё хп-то, а? Арре уже. Ладно. Мне в эту сторону. Вот как раз. Еще одну ягу заберу. Или нет? Да, заберу. Как это она так быстро вышла из стана? Вот тварь. Но с них ничего не выпадает. Ну тут еще квест про дикую охоту. Это, блин, интересно. Ох, блин, надо уже завязывать, потому что, блин, 1:08. Думаю, неплохая серия получилась. Так я славно побегал по этому полю. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.